Это будет коротенький ролик. Всем привет, друзья, с вами Артишок, и сегодня я хотел бы поговорить с вами по поводу одной игры, которая стала вдруг резко топовой, занимает на Твиче, всегда в топ-5 держится, это PUBG, PlayKnow Battleground, короче, название такое же ебанутое, как и сама игра, меня сегодня дико пригорело просто от нее, просто жесть, я рвал и метал просто, никогда так не горел, наверное, так быстро, это за пару каток, что хотелось бы сказать. Сначала немножко информации об игре, наверное, не все интересовались, возможно, этой игрой, в первые 3 дня, судя по Википедии, это, естественно, неофициальные какие-то данные, судя по Википедии, в первые 3 дня она заработала $11 миллионов. 11. Ну нахер. Отец. Вот это, во что вы сейчас играете, заработала $11 миллионов за 3 дня, если не ошибаюсь. И при одновременном онлайне в эти же 3 дня 57 тысяч человек. Это просто какая-то херня невообразимая. Что за хуйня? Почему люди в это играют? Физика в игре просто отвратительная, когда машина врезается в камень, либо в другую машину, она просто улетает на другую часть карты. Ничего не взрывается, есть взрывы от гранат, да. Не всегда есть взрывы от гранат, когда граната взрывается, кстати говоря. Вы не можете залезть в окно, вы не можете перепрыгнуть через забор, который ниже коленки самого твоего персонажа, между прочим. Ниже колена. Это просто дикая игра. Это просто жесть. Господи, поддержка. Поддержка в игре просто отвратная. Просто отвратительная поддержка в игре. Читеров не банят вообще, абсолютно. Я не знаю, они вообще, в принципе, отвечают на сообщения игроков, когда им кто-то что-то пишет. По-моему, нет. Оптимизация в игре — это вообще отдельный просто, это слоган, я не знаю, можно сделать крутой огромный баннер и написать оптимизация. Оптимизации в игре 0 просто. Это для тех, кто еще не играл и думает, покупать или нет, и потянет ли ваш компьютер, ваш топовый хороший компьютер, который мамка вам купила за 30 тысяч рублей, потянет ли? Нет, не потянет. Игра на минималках тормозит просто на всех компьютерах. При любой любая комплектация, собственно, у компьютера будет, и она все равно будет тормозить. Ты за хуйню несу, тормозить. Она лагает, она просто дико тебя откидывает. Когда ты приземляешься с парашюта, тебя может просто телепортировать в другую часть, не знаю, того места, от которого ты приземляешься, в метрах в 5, наверное. Тебя просто может перекинуть, на самом деле. То есть задумайтесь. Вы отдаете 900 рублей. Вместо, к примеру, GTA 5. Сейчас, на данный момент, по акции GTA 5 стоит 900 рублей. 999, хорошо, на 100 рублей дороже. Как можно в это играть, я не понимаю. Лютые вещи, этот лютый рандом, просто когда ты забегаешь в дом, а у тебя ничего нет. В твоем доме лежит только рюкзак 1-3 уровня, 2 шлема, а когда парень забегает в дом, который рядом с тобой, он выбегает с 2 оружиями и тебя просто убивает. В этой игре можно занять топ-1, топ-10, хорошо, не будем прям так вот. Просто сидя в доме, понимаете? Просто сидя в доме. Кстати, вот ребята, отдельные ребята, которые сидят в домах, пошли вы нахуй все. Заходить в игру просто, чтобы лутаться в доме и сидеть ждать, это просто охуеть. Господи, как меня бомбит. Постоянные лаги просто. Игру просто выбивает. Заканчивается матч, и у тебя просто зависает. Просто зависает лаунчер игры. Бесконечные лаги. На старте игры просто бесконечные лаги. В самолете бесконечные лаги. Все стримеры, хорошо, не буду обобщать и говорить за всех. Большинство стримеров, которых я видел, играют на минимал. То есть мы покупаем компьютер, дорогой топовый компьютер, чтобы стримить это дерьмо за 1000 рублей на минимал. Я не понимаю. Стоит ли покупать Battleground? Нет. Не покупайте это дерьмо за 1000 рублей. Не покупайте.